Началась охота на браконьеров. Минувшие выходные на трассе в 15 километров от села Петровка Бухаржиравского района был остановлен автомобиль ВАЗ, в салоне которого сотрудники природоохранной полиции обнаружили мясо лося. Водителя 33-летнего карагандинца тут же задержали. Дана Марат с подробностями. В выходные дни сотрудники карагандинской природоохранной полиции совместно с работниками охота «Зоопром» провели рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконной охоты. В процессе работы был задержан 33-летний водитель автомашины ВАЗ-2121. По информации полиции, в автомобиле также находился 39-летний пассажир. Из салона машины взято мясо, предположительно лося, и три ружья, зарегистрированные на имя задержанного. УВД Бухаржиравского района возбудило уголовное дело. По факту незаконной охоты проводится расследование. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.